Житель Бавлинского района задушил своего работника. Фигурантом уголовного дела по статье убийства стал 58-летний Евгений Ивкин, житель села Козыляр Бавлинского района. Как полагает следствие, в хозяйстве Ивкина жил и работал скотником 60-летний мужчина. На время работы ему выделили дом, вот только скотник оказался пьющим. И Ивкин потребовал, чтобы тот съехал из дома. Но пенсионер отказался, и 17 ноября Ивкин выпил и пошел выселять скотника. После чего обвиняемый зашел в дом и задушил потерпевшего. После этого он вернулся домой и лег спать. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении убийства. Судом по ходатайству следствия в отношении его избрано меры пресечения в виде заключения под стражу.